Вы не поверите, но у меня с этим накопителем так и возникла проблема. Дело в том, что это Epacer AS350X. И я абсолютно понятия не имею, что о нем рассказать. Это новинка, безусловно. И она пришла на замену знаменитейшей, ну как знаменитейшей, популярнейшей, вот давайте так, популярнейшей модели AS350, без X в конце, которая была популярной, в частности, из-за своей недороговизны, доступности и довольно неплохой производительности. И AS350X это прямой наследник AS350. Проблема в том, что эти накопители, они очень, мне неинтересны. Не только из-за своей производительности, потому что, скажем так, в систему их можно поставить, и они будут работать отлично, с них можно отлично запускать игры, и они довольно выносливые, но меня беспокоит объем. Мне дали накопитель емкостью 256 гигабайт. Этого не хватит даже под мою систему, потому что Adobe любит, когда много. Adobe не любит, когда 256. А я с Adobe работаю слишком много, чтобы любить 256 вообще отдельно. И под Adobe я имею в виду Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Lightroom, Media Encoder, Illustrator. То есть весь Adobe. Ну или почти весь. Так что давайте сделаем так. Я сейчас выведу на экран скорости и расскажу, какое мое вот личное мнение по поводу этого накопителя. Потому что у него есть вот две интересные особенности, о которых я хотел бы рассказать. Итак, скорости сейчас будут на ваших экранах. Как сами видите, AS350X недалеко ушел от AS350, но это и нормально, потому что это SATA 3 2,5-дюймовые накопители. Выше головы не прыгнешь, выше SATA 3 не прыгнешь. Можно подойти очень близко впритык, но для этого нужны довольно-таки большие влияния, большие вливания денег. А это накопитель бюджетный, и от него ничего такого не требуется. С другой стороны, меня немножко смутило то, что я даже не могу определить, какой тут стоит контроллер. Мне представитель Epacer сообщил, что контроллеры тут меняются, они могут быть от разных фирм, что опять же таки для бюджетных накопителей абсолютная норма. Но, мне хотелось узнать. А разбирать его довольно-таки сложно. Перефразирую, разбирать, не разломав его, довольно-таки сложно. Теперь по поводу этих вот двух интересных моментов. Первый это то, что в отличие от AS350, у этого накопителя, по ощущениям, по-моему, были чуть-чуть меньше скорости заявленные. Но при этом, вне зависимости от объема, они были одинаковые. У AS350 обычного они были чуть-чуть выше, но они скакали в зависимости от того же объема. У накопителя большего объема были больше скорости, и это как бы логично. Тут все вот в один ряд. И второй момент, о чем говорится на страничке этого накопителя, и чего нет на страничке накопителя предыдущего поколения, у AS350X, есть поддержка ECC. Мы, пожалуй, не будем уточнять, зачем тут ECC. Мы не будем уточнять, зачем ECC в бюджетном накопителе под максимум винду. Но знаете что? Лучше пусть она будет, чем ее не будет, эта самая поддержка. Вдруг она спасет во время лунного или марсианского затмения, что-то такое. Потому что, если вы не знали, это абсолютно спокойно может... Не затмения влияют. Забыл слово. Солнечные бури, солнечные ветра влияют на память. Да, я не шучу. И ECC от этого защищает. Частично защищает. И проблема в том, что это актуально только для серверов, где это действительно важно, а в потребительских накопителях это абсолютно не имеет никакого значения. И я говорил, что я не буду об этом рассказывать. Почему я рассказываю? Неважно. Окей. Этот накопитель будет бестселлером, очевидно. По тем же причинам, по которым был бестселлером AS350. Он недорогой, у него хорошие скорости, бренд все-таки именитый, это не ноунейм, как бы вам, некоторым из вас, во всяком случае, не хотелось бы говорить и думать. Так что, вне зависимости от того, рекомендую я его или нет, вы его все равно, скорее всего, купите. Возможно, вы купите объем побольше, и я вас пойму, это будет замечательно. Я бы сам хотел объем побольше, хотя бы на терабайтик.
что-то такое. Я бы уже его в систему пристроил. Было бы 2 терабайта, я бы его в систему пристроил в тот же день. Но дали на 256 на обзор. Я считаю, что я справился. А если вы считаете обратное, не забудьте написать в комментарии, что я не справился, и предложить варианты, как бы мне в следующий раз справиться лучше. Если вы очень активно будете писать, то мне зашлют следующий SSD-шник, такой же, но на больший объем. Скорее всего. Разумеется, выражаю благодарность магазину Мебелек за пристальное помещение для съемки. Ссылочка будет в описании под видео. С вас, как обычно, лайк, подписка и нажимайте на колокольчик, чтобы ни за что не пропустить наше следующее видео. Чем больше вашей активности будет под каждым из видео, тем больше материалов я смогу сделать. С вами были Денис Зайченко и канал UpNation. Всем пока!